Знаете, что летом население нашей страны делится на неудачников, удачников и дачников, людей, у которых всегда есть повод для оптимизма. Здравствуйте! С вами Виктория Буркова и программа «Сады и огороды Приморья». А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира? Примерно такой вопрос задали себе члены клуба «Сады 21 века» и создали секцию персиководов «Персик вперед!» для того, чтобы научиться в условиях нашего холодного и короткого лета выращивать крупноплодные южные сорта персиков. И представьте, что почти все задуманное получилось. А вдохновителем нового направления стала Татьяна Коноваленко. Особенность состоит в том, что это рано цветущее растение, да, то есть к этому надо приспособиться. Южное растение, в любом случае южное растение, то есть ему много солнца, много тепла надо. Изначально я их сажала в сланцевой форме, ну, сланц наклоненная форма. То есть это как раз вот сохранение тепла для теплолюбивой культуры. То есть вот видите, дуги стоят, вон, то есть он накрывается на ночь до сих пор. И это одно из условий для выращивания персика. То есть можете посмотреть, как формируются у него плодики. Смотрите. Да, вот, вот они такие вот маленькие. Здесь вот это остатки соцветий, да? Но они как бы вот, можно сделать вывод, что они пустые. Но на самом деле это не так. А на самом деле плодик выходит из середины самого цветка. Вот если вот где-то посмотреть, вот видите, вот прям цветок. И из середины выходит плодик, да? Это вот да? уже персики, да, то есть я в дальнейшем... А он такой пушистенький. Да, он да, такой сразу, пушистенький. Как верба. Да, почему его не ест плодожорка? Потому что он такой вот для плодожорки, он ворсистенький, и ей некомфортно, да, здесь свои дела делать. А, как бы, вот мы видим этот персик. Плоды на нем уже были? Да, конечно. Какие? Вот какие рыбаки, покажите. Но это киевские ранние. Вот таких плодов здесь нет. Но ну, вот такие вот красные, такие красивые. Вот надо сказать, вот почему этот персик у меня лично, у меня цветет ярко-красным цветом почему-то. Вот розовый. Я вот выставляла там на WhatsApp вот этот необыкновенный цвет. И вот такие же и плоды. Сланцевая форма, то есть рост параллельно земле, персику не свойственна, поэтому он пытается расти вертикально, и его нужно формировать, обрезать лишнюю поросль, то есть волчки, а оставшиеся ветки пригибать к земле, подвязывая их к кирпичам или бутылкам с водой, которые бы удерживали их в горизонтальном положении. Из сланцевой формы вытекает обрезка. Вот такая необычная, я ее называю короной, да. Обрезки, эту корону, я, собственно, придумала сама. Помимо выращивания персиков на дачных участках, персиководы, объединившись, посадили на опытном поле несколько тысяч саженцев абрикоса, сливы и вишни. Уже в следующем году на них привьют южные сорта персиков, привезенные из Крыма. Тысячи саженцев нужны для того, чтобы понять, на каких подвоях будут получены самые жизнестойкие деревья для нашего приморского климата. То, чем мы занимаемся, это испытание новых сортов у нас в Приморском крае. Напоминаю нашим телезрителям, что в июне вышел очередной выпуск журнала «Сады и огороды Приморья». И в нем очень много интересной полезной информации. Так ученый-агроном Анатолий Шагиахметов рассказывает, как правильно ухаживать летом за плодовыми кустарниками. А мы попросили Анатолия Миргасимовича в нашей программе рассказать, как защитить плодовые деревья от болезней и вредителей. Вот мы сейчас подошли к молодой груше и начинаем ее осматривать. И вот когда мы ее осматривали, раз, молодые побеги, в первую очередь молодые смотрите. И вот она тля, уже работает, уже повреждает листики. А если она повредила листики, вот эти вот верхушечные листики, рост груши, то она расти не будет. Значит, нужно уже провести обработку. И тут уже муравьи распустились. Все говорят, почему у нас муравьи? Потому что муравьи доят тлю, ее сами разносят по деревьям. Но бороться нужно не с муравьями,
а бороться нужно с тлей. Не будет тли, муравьи отсюда уйдут. Вот, вот эта грудь, видите, это завяло. Это уже проявление или бактериоза, или манилиального ожога. Что с такой веткой сделать? Нужно эту веточку полностью вырезать. Но сейчас я вам покажу манилиальный ожог яблони, из-за которого у нас фактически не бывает урожая яблок. И почему урожай яблок раз в 4 года, раз в 6 лет? Потому что если весна теплая и ночи теплые, то проблем нет. У нас всегда даже будет это заболевание, но яблок хватит. Но если, не дай бог, у нас ночи холодные и дни холодные, мороз, все остальное в период цветения яблони, это заболевание проявляется очень сильно. Проявляется, но видите, вот яблоня отцвела, и вот начинается усыхание цветочка. Вот оно. Сперва такое вот, как бы вялое, а потом чернее, чернеет, и вот это все будет сыпаться. Пока это в маленьком количестве. Если будет тепло, будет немного, будем с урожаем. Если будет холодно, температура будет падать ночью ниже 5, там 5-6, и еще и влага, туманы, то это все деревья покроются просто чернотой. И сливы, и в основном страдают сливы у нас, и страдает это. Потом манилиальный этот ожог, он переходит в плодовую гниль. Вы видели плодовую гниль, когда сливы гниют. Это одно и то же заболевание. Нужны обработки. А препараты все знают для обработок. Это в основном, например, хорус, скор, хом, фитоловин. Вот мы сейчас подошли к дереву уральское наливное. Вроде хороший, устойчивый сорт, ни морозобоя, ничего не боится. Но вот смотрите, вот подходим, это я уже зачистил. Весной вдруг у вас начала пузыриться кора на дереве. Вот она уже подсохла, вот коричневая. Если она не обхватила полностью у вас весь ствол, надо вот так вот зачистить и замазать. Замазать садовым варом, тогда, может быть, вы еще дерево спасете. Если у вас обхватил этот бактериоз полностью весь ствол по кругу, то у вас дерево однозначно погибло. То есть, если вот у вас обхватило на этом уровне, то значит нужно обрезать где-то вот ниже, сантиметров на 10, все это обработать, и отсюда пойдут новые веточки культурного сорта, и тогда у вас этот сорт сохранится. Нет, тогда нужно просто, это дерево погибает. И у многих говорят, раз росло дерево 5-6 лет, раз и погибло. Вот причина, это вот бактериоз коры деревьев яблони. Это у нас два таких самых, которые убивают деревья, это бактериоз, и еще у нас есть рак коры. Но рак коры, это когда похоже только черного цвета на ветках, то же самое. А потом идет засыхание этих веток. У вас сейчас пойдут гусеницы, листогрызущие вредители, у вас начнется тля. Это основные вредители, которые будут вредить вам. На сливе там сейчас будет сливовая плодожорка. Поэтому нужно смотреть, делать обработки. Против вредителей вы будете обработки делать инсектицидами, которые работают против вредителей. Их сейчас огромное количество. Я назову несколько препаратов, такие, какие мне нравятся. Наркин Микс мне нравится. Мне нравится Конфидор, Актора. И все обработки, запомните, все обработки делаются не так, как у вас схема написана, а как вы сделали осмотр сада. То есть вы регулярно, каждый, там, если раз в неделю приезжаете, вы сперва должны сад обойти, посмотреть состояние ваших листиков, посмотреть, какие вредители, и только после этого принимать решение. Снова обращаю ваше внимание на журнал «Сады и огороды Приморья». В этом выпуске есть советы по выращиванию фасоли, огурцов, клубники и винограда. А еще советы о том, как создать монохромную клумбу из голубых, белых или желтых цветов. Вот и журнал получился таким красивым, потому что редактор Надежда Пражина вынесла на обложку иллюстрацию к статье о монохромном саде. Приморье называют зоной рискованного земледелия. Однако одни умудряются вырастить персики и арбузы, у других не получается вырастить даже абрикос. Давайте разбираться, почему. Абрикос не любит, это сливы любят благо. Абрикос даже сухое место. Вот спрашивают, как искать сухое место. Тем более, если обильные дожди, участки. Хорошо, понравилось вам место, когда сухая, не сухая. Проверяется элементарно. Вот, элементарно проверяется. Наливаем ведро воды вылили, вот, и, допустим, у нас часов нету, посчитали до 100.
Состав будем считать как парашютисты, значит, с 200. 201, 202. Потому что если раз, два, три, значит, я посчитал до 20, а прошло всего 3 секунды. Если, значит, ведро вода ушла, вот, значит, место хорошее. Если вода не ушла, ищем другое место, пока не найдем. Вот, пускай потратим немножко времени побольше, но зато мы найдем место конкретно, который ему подходит, и там он будет себя чувствовать хорошо, и расти хорошо, и плодоносить хорошо, и радовать и живот, и глаз. Устанавливаем палку. Вот. Установили. Значит, камень уже двойной пользу принес. Один раз как молоток, второй раз как, значит, регулировка корневая система. Вот корень, вот какой, значит, мощный идет сюда. Вот это корень мы будем гнуть. Вот на камень она упрется, вот и потом будет хорошо. Боковые. Можем отрезать, вот срезать, те будут развиваться на камне. Можем погнуть. Вот. Видите, как очень хорошо. Сначала посадили палку, а потом дерево. Вот. А если еще точнее, мы сначала посадили камень, потом палку, потом дерево. И значит, что хочу сказать, подождите, что хочу сказать. Значит, на южной стороне ветки длинные, на северной короткие, я уже повторяюсь, я скажу. А значит, допустим, есть молодой саженец и один побег, как определить, где юг все. Также корни смотрим. Значит, у нас южная сторона, значит, корень длинный, вот так она идет. И вот так ставим на юг. Почему? Да просто... Потому что пока она привыкнет, если не знаешь, посадим, несколько лет пройдет, 3-4 года, пока привыкнет, она будет, начнет болеть. А так 100% приживаемость. Вот. На южную сторону так и ставим, так и пересаживаем все деревья, кусты и даже хвойники, которые плохо переносят пересадку. А вот таким методом, когда мы знаем, что корень южной стороны длинный, мы, значит... Так же ориентируем. Также на юг направляем. Сохраняем ориентацию, как да. Был на старом месте. Сохраняем, значит, его природные, значит, способы. Вот. Вот раз. И третий. Напоминаю нашим телезрителям, что в июне вышел очередной выпуск журнала «Сады и огороды Приморья». Журнал поступил в продажу в июне. Если вы хотите оформить подписку на журнал, это можно сделать в любом почтовом отделении или в редакции по адресу Владивосток, Народный проспект, 13. На этом наш выпуск завершен. Все его материалы вы можете найти на сайте 8канал.тв. А я прощаюсь с вами. Хорошей вам погоды и спелой клубники!